Родники! Наш девиз! Не отступай, к победе стремись! Все. 15 лет назад клуб исторического фехтования «Ратники» начал возвращать к жизни давно ушедшие эпохи. И сегодня мы решили узнать, что за люди этим занимаются и как им это удается. В далеком 1998 году на фольклорную практику в Центр русской народной культуры «ЛАД» была направлена группа студентов филологического факультета ШГПИ. Молодым людям было предложено создать танцевальную группу. Казалось бы, какое это имеет отношение к ратникам? Все дело в том, что это были танцы с мечом. Несложно догадаться, что довольно быстро все переросло из танца в бой. Вдохновила Марина Геннадьевна. Это этнограф шадринский Марина Геннадьевна Казанцева. Своей энергией двигала вообще, в принципе, весь центр ЛАД. И очень хорошая женщина была. Ну, у нас ее так называют «мама». Ну, называли. Это ее идея. То есть было создание вот этой группы, которая танцевала. Потом эта группа начала биться. Потом эта группа узнала, что есть такие люди, которые занимаются фехтованием. Есть такие люди, как ролевики, которые занимаются фехтованием в мире фэнтези и вообще. И 98 года клуб начал жить. Вот так все это и началось, наверное. Больше прививает любовь вообще к истории. Как бы, если человека помещаешь в среду, так скажем, клуба, то получается так, что у человека пробуждается искренний интерес самостоятельно. Не потому, что ему надо учить в школе, ему задали, не потому, что там как-то так. Ему самому становится интересно изучить именно какие-то определенные моменты, какие-то битвы, во что были одеты, как они пользовались теми или иными предметами. И именно вот это. Первым руководителем клуба был Александр Сергеевич Суханов. Затем, во время его службы в армии, бразды правления принял Евгений Шуплицов. После возвращения Александр Сергеевич вновь возглавил клуб, но спустя какое-то время стал директором гимназии номер 9. И совмещать эти два занятия было проблематично. После этого руководил клубом Максим Карасев, затем Андрей Куликов и в настоящее время главный ратник Дмитрий Семенчуков. Интересно и то, откуда участники клуба берут информацию о тактике боя и внешнем виде воинов предыдущих веков, и как они делают доспехи. Собственно, доспехи мы большую часть стараемся делать сами, но все равно что-то мы не можем сделать. Ну, к примеру, кольчуги из клепанных колец. Для нас это очень сложно, поэтому мы их заказываем через интернет, через знакомых покупаем. Бывает, что-то покупаем с рук уже у, давно занимающихся людей в Екатеринбурге, в Челябинске, в Тюмени. Большинство информации мы берем из разных источников, но из интернета, конечно же, берем. Сам я сделал достаточно много доспехов, пластиковых мечей тренировочных. Даже один железный клин сделал из рессоры. С некоторыми людьми просто общаемся, и они нам свои источники дают в электронном варианте. То есть кто-то нам наглядно показывает, что лучше и как лучше сделать определенные доспехи либо оружие. На создание доспехов тратится достаточно много времени. Все равно это все-таки обработка железа. Некоторые делают доспехи из кожи. Тоже достаточно энергоемкий процесс. Время тоже много уходит на это. Сложно, потому что кожу тяжело обрабатывать. Все это вручную все делается. Много людей стараются все это делать действительно руками, не как сейчас на станках где-то что-то, даже шьют одежду всю вручную, более ценно это все эти вещи. Все это на практике познается. Мы когда приходили несколько лет назад, нам более старший руководитель тот же клуба, он нам объяснял, как лучше. Это он все брал у других людей. Также некоторые брались из определенных источников, тех же книг, например, там есть зарисовки различных техник боя, оттуда брались. У славян
достаточно много было топоров. То есть мечи были ценными, но раньше, по крайней мере, до веков 8-10, мечи были большой редкостью. То есть очень ценными были. В основном были топоры. То есть у нас также в клубе есть Русь. Они в основном тоже Русь, варвары, скандинавы. Вот они занимаются в основном на топорах. Нравится им это. Также много людей занимаются на саблях, на мечах. Древковое оружие, это те же самые копья, алебарды, луки. Мы стараемся приблизить к тем аналогам, которые были раньше. То есть, например, если брать одежду, мы, конечно же, не можем именно из той же самой ткани сделать, но мы стараемся приблизить к реальности того времени. У нас в клубе достаточно много мечей, доспехов, которые я сам лично делал. На примере, когда мы начали делать то же самое, что было в фильме, мы поняли, что это все просто наиграно и это травмоопасно для нас самих. Когда там ссадины, там рассечения начали получать, поняли. Нужно лучше защищать себя, свое тело. Все сами делаем. Те же стрелы. Все, конечно, требует времени. Среди участников клуба «Ратники» есть и девушки. И хотя на вид они довольно хрупкие и изящные, приходят они сюда не за красивыми платьями и танцами. Их главная цель – научиться биться так же, как и мужчины. Красивые платья для женщин. А мы бойцы. Да. Да? Ну, раньше девочек было мало. Вот когда я пришла... Одна. Две. Сколько у нас? Трое билось всего лишь. И поэтому мы бились с мальчиками. Поэтому у нас довольно хорошая была... Закалка. Закалка прям мужская такая. Огонь, баба. А сейчас появились новые девочки. Смена растет. Некоторые любят очень шить костюмы, заниматься рукоделием. А некоторые девочки любят доспехи и бой. Все это, потому что, конечно же, приятно, когда у тебя на какой-либо игре, либо в центре города новая обновка, новый костюмчик, это же все равно шопинг, приятно. А так, биться тоже очень привлекает. Да. Доминировать над мужским полом всегда приятно женщинам. Как говорят руководители клуба, сюда приходят люди, которые интересуются совершенно разными историческими эпохами. Но все это не мешает им вместе тренироваться, ездить на конкурсы, фестивали и, конечно, побеждать в них. Мы постоянно участвуем в фестивалях, в турнирах различного масштаба. За последний год можно перечислить. Молодецкую удаль 2013 – это всероссийский фестиваль, который проводится традиционно. Это был 10-й юбилейный фестиваль, где наши ребята заняли призовые места. С этого фестиваля у нас приехало 3 чемпиона и 3 серебряных призера. Я стал серебряным призером, вторую медаль взял. Фестиваль «Молодецкая удаль» «Урал» 2013. Там были и кто старше меня был, и кто младше был. Сувениры были, продавали. Были бои на железных клинках. Там был современный мечевой бой, в котором я принял участие и взял вторую медаль за второе место. Я тренировался очень много, чтобы съездить и победить там. Тренировался я в клубе «Ратники» около года уже. По этим летом в Кургане был турнир, мы ездили, я там взял тоже вторую медаль, тоже серебряным призером стал. Когда мы ездили в Екатеринбург, у нас почти каждое время почти машина глохла. Мы еле-еле добрались до туда. Участвовал в спортмече и в номинации ИСБ, то есть исторический средневековый бой. Это уже бои более серьезные, на железе. Там тоже было первое место. Как обычно, долбили мечами друг друга. Всякие большие злые дядьки. А на турнирах уже на больших, то есть все уже одеты в доспехи и довольно красиво выглядят. Уже другой мир. В беседах можно блеснуть своими знаниями об истории. Везде участвуем. Там, где у нас мальчишки, там и девчонки сразу же появляются. Также бьемся. Большой, очень огромный. Где были призовые места, это была молодецкая удаль. Сама я получила, получается, золотую медаль.
У нас некоторые мальчишки тоже получили золотую медаль. Серебряные были. Так все понравилось. Впечатление было море. Это был мой первый выезд. Вообще вау! Правда, несколько тренировок, которые были до этого, ну, наверное, месяца два точно, я, короче, сидела, и у меня просто, как так, молодец, Каудель, это же мой первый выезд, я по-любому там проиграю, у меня ничего не получится. Первое место, я молодец, короче, мне сразу все понравилось. Так как бы потанцевать тоже можно, там и позаниматься чем-нибудь остальным, а так больше битва нравится. Еще Курган. Мы ездили в Курган на... открытый чемпионат города Кургана по рукопашному бою и участвовали там в номинации «Палочные бои» на «Живой бой». Представитель нашего клуба Андрей Куликов занял там третье место. Второй год подряд. Второй год подряд, да. Еще у нас был юбилей клуба. Как он прошел? Нормально юбилей прошел. Отметили мы юбилей хорошо. Мы отмечали его в центре ЛАД. В центре русской народной культуры. Также у нас были выступления в центре города. Вот. Ну, самое прикольное – это танцевать. Скажи слово. Участвовал клуб исторического фехтования и в молодежном форуме «Утро-2013», на котором представил программу «Ратная дружина» и выиграл грант, который вскоре будет реализован. Не так давно ратниками было организовано две ролевых игры, на которые приезжали гости со всего Уральского федерального округа. На самом деле грандиозные планы, как всегда, наполеоновские. Вопрос только, как их реализовать, найти силы, найти энтузиазм, найти спонсорскую помощь какую-то, материальную. Сейчас... На ближайших планах у нас, естественно, реализовать проект, который «Ратная дружина», да, на который выигран грант, открыть новое направление для нашего клуба «Современный мечевой бой». Ну, в дальнейшем, может, возможно, что открыть представительство Федерации современного мечевого боя здесь, в Шадринске, оно у нас будет единственное на всю Курганскую область. В этом году у нас появилась мастерская благодаря станции юных техников. Еще мы хотим поставить новое аресталище с жестким ограждением, чем и будем заниматься в ближайшее время. Которое уже, собственно, разработано. Которое уже в гараже лежит, когда нас собирать. Согласитесь, довольно заманчиво иногда уйти от нашей повседневной жизни, почувствовать атмосферу другого времени с его особенными нравами. Думаю, что клуб «Ратники» продолжит свою деятельность, все их планы воплотятся в жизнь, и в нашем городе появится много новых интересных проектов. «Ратники» для меня – это как вторая семья. Здесь я, когда сюда прихожу, я здесь полностью отдыхаю, здесь общаюсь со своими друзьями, так как они мне... Большинство моих друзей именно я здесь нашел. Здесь я полностью как бы отдаю себя этому клубу, так как здесь я успеваю и потренироваться великолепно, и также, как я себя здесь физически тренирую, так и духовно. Я здесь духовно развиваюсь именно в этом клубе. Для меня клуб, сказать, вторая семья действительно. Здесь много друзей, я здесь уже длительное время. Без этого занятия уже не могу жить. Вот так, приелось к душе. Обстановка здесь своеобразная, то есть попадаешь как в другой мир,
как на тренировке, так и на фестивалях. Но на турнирах там вообще, то есть реально средневековые уже, все одеты нормально. То есть на тренировке где-то есть недостаток у кого-то, а на турнирах уже на больших, то есть все уже одеты в доспехи и довольно красиво выглядят. Уже другой мир. Какой из этих миров интересен? Настоящий или это? На самом деле, вот, средневековый. Почему? Не знаю. Атмосфера здесь лучше, что ли? Вообще, люди добрее раньше были, чем сейчас. Это уже стало частью моей жизни, это правда, как бы. Приятно, когда все ребята тебя очень даже хорошо знают, у тебя такая маленькая компашка, семейка такая появилась, вот, с которыми всегда весело, дружно, вообще счастливо. Приходишь сюда и как домой, грубо говоря. Ну, так же вообще классно становится. Ступай к победе, стремись! Все ровно, все четко.